Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что же, у нас 78 тысяч голды. И я вот, знаете, что думаю, может быть, нам пропать ведьму маленько. Хотя тыквоголовый тоже вроде бы неплох. У него 3 звезды, блин, я даже не знаю. Давайте ведьму вначале прокачаем, она очень дорого будет нам стоить. Ой, как дорого, ребята. Только лишь 34 уровень, и все деньги, почти 100 тысяч, я спустил на нее. Ой, так, делаем запрос, ребята. Так, отлично. Так, и, ага, у нас на арене, ребята. Я первое место все-таки сохранил за собой. И мы с вами получаем 24 карточки хищница, а также посмотрим. Вау. Слушайте, ну это круто. Особенно мне нравится, знаете что? База, 14 карточек, и воблер, 14. Ну, эти ребята мне не особо нравятся. И 21 тысяча голды. Это, я вам скажу, очень хорошо. Так, давайте посмотрим, какого нам противника нашли. 63 уровня. Вы что, издеваетесь надо мной? Нет, так дело не пойдет, ребята. И смотрим, что-то у меня в армии тут при... вы посмотрите. А у меня что, вот эта база была трехзвездочная? Слушайте, я только сейчас это заметил. Так вы представляете, теперь она становится у меня четырехзвездочной. Горящая смола поджигает небольшой участок, периодически наносящий ущерб. Это хорошо, ребята. Теперь у меня башня стала четырехзвездочной. Это очень даже радует меня. Ну что же, смотрите, ребята, у нас ежедневное испытание. Кстати, тут тоже разыгрывается ведьма. Сейчас мы к нему приступим. Так, все здесь забрали. Так, обязательно будем это задание выполнять, ребята, потому что ведьму нам нужно прокачивать. Так, ну смотрим, вроде бы нифига, тут будет босс ведьма. А кого мне дадут? Дайте мне... Так, ну естественно, я возьму... башню. Ах, всех можно, да? Тогда я возьму молотильщика. Потом, как всегда, мы с вами берем мою ниндзю, голема и... Ха. Тут вот интересно получается. Либо брать мне мышь, либо брать воина. Давайте возьмем воина. Посмотрим. А, я тоже могу здесь выбрать, ребята, босса. Хорошо, мы для этого дела с вами возьмем... пожалуй, богиню света. А знаете, почему я возьму богиню света? Потому что я не знаю, что ведьма это делает. И богиня света, она все-таки издалека бомбит. Поэтому я думаю, что мы будем все-таки жарить на дальней дистанции, чем, как говорится, в рукопашку с вами лезть. Так, пока никого, да, не вызывает. Так, воу. Так, ну-ка давайте попробуем, наверное, мы нашу ниндзю вызвать. В принципе, она должна его расстрелять. Да, она его уничтожает просто в хлам. Ха-ха-ха, прыгун. Нет уж, родной, ты не перепрыгнешь. Так, отлично, ребята. Вот это мне не нравится. Так, что такое? Где? Кто? Я никого не вижу, ребята. Неужели мы сейчас с вами пройдем? И причем так легко? Ну, тут, знаете, ребят, сам Бог велел пройти еще разок. Согласитесь. Получаем с вами 22 карточки ведьмы. Это шикарно. Ух, скоро мы... А интересно, сколько нам нужно, ребята, карточек для того, чтобы ее поднять по уровню? Давайте посмотрим с вами. Так, 22 карточки мы уже получили, да? Так, где у нас ведьма? Это... вот здесь. Ой, что вы до трех звезд... Нам еще нужно будет, ребята, 100 карточек. 100. Ну что же, давайте немножко сократим этот разрыв. Так, здесь мы получим 12 и плюс 7. Короче, еще 20 карточек мы с вами здесь получим. Это хорошо. 12 карточек. Это очень замечательно. Точнее, 20. Так, ну что, я выбираю ту же самую, ребят, команду. Голем, молотильщик, ниндзя... Слушайте, а что если мы с вами возьмем на этот раз мышь? Давайте попробуем. Летучая мышь, как говорится, нам в помощь. И также возьмем деда. Немножко поменяем себе команду эту. И посмотрим, насколько
она будет у нас здесь успешна. Так, загрузочка. Продолжить. Погнали. Будем также с вами для начала развиваться. Копить манну. Так, кого он там для меня выпустит? Ну, как обычно, зомби, да, выходит. Ладно, зомби мы сейчас с вами снесем. В принципе, это не проблема для нас. Готов. Выпускаем голема. Да-да-да-да-да. Ой-ой-ой-ой, а вот это плохо, когда он в ярости, ребят. Ну, моя летучая мышь, наверное, забомбит его. Так, двигаемся. Быстрее, 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 быстрее бежим. Так, надо, наверное, фаербол запустить, да, ребят? Тыдыч. Ну, все, в принципе. Слушайте, довольно легко как-то мы с вами здесь проходим. Я думал, что будет сложнее. Но ничего подобного. Так, хорошо, мы переходим с вами на следующий, заключительный этап. Выбираем ту же самую бригаду, ребята. Только можно здесь, в принципе, поэкспериментировать. А кого тут взять? Ха, я не знаю даже, ребят. Некого брать для экспериментов. Просто-напросто некого. Ладно, тогда давайте возьмем ниндзю. Возьмем так и... А давайте возьмем тоже прыгуна себе. Пускай он тут походит, полазит. Так, и возьмем босса. Кого бы взять-то нам? Давайте вот так вот. Просто посмотрим, если что. Хотя у нас очередь не доходит до босса, но мало ли чего. Просто я так уже уверен, что здесь у нас все хорошо идет. Я уже даже не боюсь, я расслабился, ребят. А ведь это может быть роковой ошибкой. Так, что, никто не идет? Да-да-да, я тебя ждал, родной. Сейчас ниндзю выпущу к тебе. Она тебя быстренько успокоит. Так. Отличненько. Так, вот он, оборотень. Он далеко здесь не пройдет, ребята. Есть. Так, а давайте-ка я тоже вызову прыгуна. Так, 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 тихо, тихо. Раздухарились. А ну-ка, фаербол. Ты куда побежал-то, эй? Ну, бас. Побежал в тот момент, когда в базе пришел конец. Так, ну что, ребята, 7 карточек мы получили ведьмы. И я думаю, что нам уже пора с вами отправляться на основную сюжетную линию. Смотрите, у ведьмы, да? На колпаке паучок сидит. Ладушки, это все хорошо, это все красиво, но у нас, ребята, важные сегодня дела. Да, мы с вами остановились на фабрике роботов. Нам осталось пройти буквально 2 карты. Захватчики и фабрика роботов. Будем стараться. Ну что же, поехали. Так, здесь молотильщик и щитоносец. 59-61 уровень. Это уж довольно серьезные враги. Возьмем, пожалуй... Я даже не знаю, кого и взять-то, елки-палки. Давайте этих ребят возьмем. Поехали. В бой. Я просто не знаю, кто здесь у них будет дальше появляться. Так, нам нужно накопить на голема. Голема выпускаем, соответственно, будем прикрывать это все дело молотильщиком. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ты давай так не дуркуй. Вот и щитоносец подошел. Тут, скорее всего, ребят, знаете, кто будет? Хилбот присутствовать. Мне почему-то так кажется. Так, отлично, давайте мышку вызовем нашу. Пускай немножко их побудоражит. Да идите вы в баню, елки-палки, в самом деле, да. Уже достали, надо нам по-быстренькому это все дело проходить. Оу, было больно. Слушайте, ну вот здесь у нас мышь подводит. Посмотрите, как она мало наносит урона. Нехорошо, это очень нехорошо. Вот две мыши, да. Делают свое дело. Так, ну что, базе хана? Хана. Ух, а мы с вами переходим на второй, ребята, поединок. И кто здесь добавится? Толкатель, да? Бот-паук. Блин. Не было печали. Вот его тут не хватало нам.
Ладно, поехали. У нас есть на худой конец летучая мышь, которая может его травить. А нам это и нужно. Да? Вы скажете, что? Почему именно летучая мышь? Да потому что он ее не сможет толкать, ребят, понимаете? Он мышь не сможет захватить и отталкивать ее. А другие любые наземные цели может. Причем довольно успешно. Давайте-ка я, наверное, вызову одну. Потому что ее никто не может наказать. Она будет здесь летать у меня до потери пульса. Вот так вот. Тыч! Получили свое, охламоны. Вот так вот. Блин, вот это было плохо. Карточка бота. Давайте вторую мышь вызовем. И пускай они потихонечку бомбят базу. Ну куда ты, куда ты собрался, а? А? Толкучель вышел. Ну это ерунда, ребят. Видите, мы их всех просто расплевываем. Слушайте, если у меня летучие мыши будут прокачаны, чумные, это будет просто имба. Да, ребят, это будет имбово. Ну, до четвертой звезды им еще далековато. Поэтому будем пока так как-то. Ой-ой-ой-ой, а здесь уже появляется у нас Джаггернаут. Поэтому мне придется, ребята, брать вот эту пачку. Как говорится, пошла тяжелая артиллерия. И нам нужно защищаться. Поехали. Потому что там на летучих мышах мы далеко с вами не уйдем. Так, значит, все-таки здесь, наверное, будет хилбот, ребят. Во-во-во-во-во-во-во, надо успеть, успел. Успел я, ребят. Так, ладушки. Пошел. Так, кого же нам нужно вызвать-то, ребят? Опс. Печалька. Давайте вот так вот. Всадника на журавле. Он здесь будет как раз кстати. Хе-хе-хе. Ну что, получили свое? У этого щит улетел из рук. Так, а вот и Джаггернаут пошел. А вот и этот говнюк, а. Как его терпеть не могу, а вот честно вам скажу. Он крепкий, очень крепкий. И тем более у него вот эти вот две фазы. Первая боевая, а вторая, когда он в стан встает. Так, ладно, щитоносца мы сейчас уберем. Карточки. Это то, что нужно. Давай-давай-давай-давай, расколбашиваем. Вот журавлики наяривают. И никто ничего им не может сделать. Вот что самое интересное и самое хорошее в этих журавлях. Разбомбили просто-напросто в пух и прах. Так, нам нужно, ребят, поспешить. Время 1 минута осталось, а мы тут с вами еще даже не подобрались к базе. Так, надо, наверное, еще одного журавлика вызвать. Хотя, подождите, давайте так вот сделаем. Ага, еще одного журавля я отправляю. Это должно нам, как говорится, помочь в ускорении. Так, давай, 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 ребята, запинываем их. Как же я ненавижу, когда вот молотильщик погибает, и у него начинает вылетать циркулярка. Сразу такой офигенный дамаг наносит. Есть, разбомбили базу. Так, ну что же, продолжаем с вами дальнейшее наше движение. И здесь у нас, да, ребята, с хилботом. Я был прав, это та самая колода, которая, в принципе, изейшая. Но для этого нам понадобится, наверное... Так, здесь у нас Джаггернаута нету. Мы, наверное, сможем даже и вот этой колодой справиться. Хотя, знаете, что я думаю? Не получится. Он, скорее всего... Хотя, почему? Мы можем прикрыться самураем? Хм, давайте попробуем. Что у нас из этого получится? Хотя самурай слабее в разы вражеского молотильщика, циркуляры. Но мы постараемся. Мы с вами постараемся и попробуем выдержать это испытание. Ух ты, ты смотри, как он послал против нас. Ага, под прикрытием хилбота. Вот это хорошая тактика, ребят. Это очень хорошая тактика. Давайте мы вызовем бородавчика. Он с разбега. Ох, это вообще замечательно. Бумс. Ну что, хилбот, хилять-то некого, да? Стоит такой пупеший. Ну-ка, не трогать моих ребятулик. Так, давай. Баллиста, ты мне здесь пригодишься очень сильно. Ну, что ты там пошел-то? Ты бы еще вплотную подошел бы. Нормуль. Пока все нормуль, ребят. Ай, ненавижу этого толкателя.
Слушай, он даже баллисту достает? Да как он может? Упс. Баллиста у меня рассыпался, ребята. К сожалению. Карточка, карточка, карточка. Есть, успел. Ну, давай-ка поможем. Ну, давай, давай, давай. Есть. Давайте еще одного паладина вызовем. О, ускорение. Так, тихонько. Слушайте, ну, довольно неплохо. Идем мы с вами. Мне нравится. Поехали. Это у нас последняя, ребята, миссия на этой карте. И здесь уже будет босс. Поэтому я, наверное, возьму... Слушайте, нам нужно будет, смотрите, пробить Джаггера. Ох, я даже не знаю. Здесь, конечно, нужно нам и дамаг, и... Сомневаюсь я, конечно. Может быть, взять вот этих ребят. Просто здесь босс такой, вы помните его. Он очень поганый. Давайте попробуем вот этой пачкой пройти. Слушайте, а может быть нам взять... Вместо мышей... Нет, пускай лучше будет летучая мышь. Хотел взять, ребята, прыгуна. Прыгуна для того, чтобы он перепрыгивал. Ну, посмотрим. Если сейчас мы с вами не затащим, мне придется взять прыгуна тогда. Но тут босс, надо поспешать. Так, 400 маны еще надо немножко. На, молотильщик вышел. Блин, молотильщик, хилбот. Че там только не идет сзади, ребята, а? Офигеть. Так, все, 500 маны я накопил, ребята. Вызываю летучую мышь. Так, Джаггернаут подходит. Давайте вот так вот сделаем. И будем уже вызывать с вами деда. Дед вышел, ребята. Дед готов. Дедушка мой готов. Давайте еще одну летучую мышь вызовем. Ну. Ай, дед подошел. Босса нету, ребят. Вот и босс. Вот и босс появился, ребята. Да надо, получи. Так. Пумс. Замечательно. Деньги, деньги куда полетели от папочки. Слушайте, а этот, оказывается, босс. Он и моих летучих мышей подбивал. Как-то не странно. Да что ж такое-то, мы его не можем пробить. Ну. Да ёпрст, там удар остался. Давай, 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 давай. Есть. Да, ребята. Отлично, мы здесь с вами справились с врагом. Достается нам сундук робота. И что-то тут. Слушайте, ну вот хилбот это хорошо. Ну и этот, в принципе, тоже босяра. Пригодится нам с вами. Ну и у нас, да, последняя карта на этой земле. И мы с вами продолжаем. Так, у нас это захватчики. Значит, здесь у нас страж и жаба с пушкой. Против них кого же нам взять, а, ребят? Щекотливый довольно вопрос, и я даже знаю, как на него ответить. Мы возьмем вот эту бригаду. А знаете почему? Потому что страж довольно дорогая карта. Ну и сильная, конечно же. Поэтому мы с вами успеем здесь сделать достаточно хорошую оборону, чтобы не пропустить их к нашей базе. Слушайте, я надеюсь, я прав. Нужно как можно быстрее взять инициативу. Все, и выпускать, я думаю, будем мы с вами паладина в первую очередь. Потом, наверное, баллисту, скорее всего, либо бородавочника. Наверное, баллисту придется все-таки вызывать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет, бородавочника будем все-таки брать. Будем брать бородавочника. О-оу. Слушайте, плохо дело. Ну-ка попробуем, ребят, вот так вот. Так, ну что, баллиста неплохо бомбит. Отлично. Но, правда, у нас тут всех разбомбили, честно говоря. Так, давай попробуем. Отличненько, хорошо. Смотрите, баллиста бомбит очень неплохо. Бородавчик пошел. Особенно, когда вот эта вот отрава идет. Вообще шикарно. Блин, да какой же страж крепкий, а? Фиг пробьешь его, ребят. Фиг его, называется, пробьешь.
Слушайте, а что если мы вызовем две баллисты? Вы представляете, какая это будет ударная мощь? Смотрите. Просто град стрел. Да. Фу, ну что, первую бойню мы с вами прошли. Так, тут у нас добавляется тритон. Но эти уже здесь не подходят у нас. И мы с вами будем брать вот эту колоду. Да, именно благодаря нашему воину-магу мы должны пробивать все-таки стража хоть как-то. Но там тритон. Против тритона у нас, наверное, пойдут в бой всадники на журавле. Потому что тритон, он стоит позади танков и начинает на них вешать дополнительную защиту. Ну, что он никого не вызывает? Почему-то странно это. Поехали, тогда мы будем первыми. Ну, я так и думал, что он вызовет стража, ребят. Так, вызываем нашего лучника. Всадник на журавле. А теперь вот так вот сделаем. Отлично, хорошо, идем. Слушай, вот эта дополнительная защита меня нервирует. Ты посмотри, что он делает. А этот тритошка. Нифига он наяривает. Заморозка. Хе-хе-хе. Ну что ты, родной мой. Не хочет сдаваться, смотри, не хочет сдаваться, ребят. Упал. Так, давай-ка вот так сделаем. Ну, в принципе, все, ребят, победа здесь за нами. А, этот страж вылез опять. Лучники, давайте залпом, залпом стреляйте. Вот так вот, чтоб не выеживался. И, да, ребята, базу мы подбили. Но я вам скажу, не так легко это было, как я думал изначально. Так, а здесь у нас добавляется бородавочник. Все равно я буду играть этой пачкой. Не хватает немножко нам дамага, но она все-таки эффективна. За счет всадников на журавлях мы с вами разносим практически любого без каких-либо затрат. Даже если они пройдут мимо нас, мы будем базу колупать тогда. Летунов-то нету. А, нет, здесь есть жабы с пушкой. Они как раз наносят урон. Так, ладно, вышел бородавочник. Прикрывает его пушкарь. Так, нам нужен, значит, всадник на журавле. Ух, ничего себе, бородавочник жжет. Это что, серьезно, что ли, так бомбанул? Так, давай вот так сделаем. Да, не ожидал я, честно говоря. Такой дамаг у него офигеть идет. Да что ж такое-то, он... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ну-ка, давай-ка вот так ураганчиком. Вы ничего не заметили, ребята, прикольного? А я заметил. Представляете, жаба вот бомбит. Ну, вдвоем они, конечно, справляются. А когда их было один, он стрелял, у меня всадник на журавле успевал отхилиться. Прикольно, да? Чё за фигня-то, блин? Блин, мне это не нравится. Так, мы не можем, мы просто элементарно не можем справиться с ними физически, ребят. Так, давай, о, хорошо, вот это вот хорошо, ребята, мы прожали их. Если что, будем применять притягушку. Иди ты в баню, навострился там уже, да, смотри. Так, вот самый сложный здесь, это, ребята, именно страж. Он самый крепкий, самый сложный здесь юнит. Но, тем не менее, мы с вами разорвали их. Фух. Так, переходим с вами на предпоследнюю точку. Только не ты. Только не хищнец. Была не была. Будем пытаться, ребята. Будем пытаться вот этой вот пачкой разобраться. Ну, где там этот прыгун? Идет, 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 ребята, надо успевать. Ага, не тут-то было. Хе-хе. Я уже ихнюю тактику, ребята, благодаря вам рассчитал и понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот здесь-то как... Ну, есть, справилась ниндзя, молодец, умничка. Так, ну, подбили. Хе-хе-хе-хе. Да что ты там выеживаешься еще мне, а? Ну, давай-давай, заплевываем, заплевываем их. Так, тритончик. Давай вот так вот сделаем.
Вообще, вообще изейше все получилось, ребят. Я бы сказал, идем просто по красоте. Лайтово все вышло. Поэтому последний бой. И здесь у нас хищнец. Так, ну я думаю, что вот этой командой мы вполне с вами должны зарулить. Поехали. Попытка, не пытка, будем стараться. Так, продолжить. Надо брать преимущество, ребята. По манне, естественно. Так, у него здесь чувачок, босс, который имеет гипноз. Он... Тихо, 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 успокойся. Успокойся, пожалуйста. Давай, опс. Ой-ой-ой-ой, по-моему, тут просчитался я маленько. Нет? Или просчитался я? Просчитался чуть-чуть. Как некрасиво получилось, если честно, ребят. Ну, что за дела такие, я не понял. Все, 500 маны я, ребят, накопил. Вот этих вот надо убирать отсюда. С поля боя они нам не нужны. Так, хищнец, блин, прыгает. Оу, тихо, я же думал, там никого нету, ребята. Но там у нас все прикрыто. Ты смотри, что он делает, а? Этот заморозчик. Да ну, уже босс вышел. Уже вышел, ребята, босс. Так, мой дед тоже вышел, ребят. Все. Вот так вот. Блин, не пробили, к сожалению. Получи. Блин, куда он убежал? Дед, вернись. Ты мне нужен. Быстрее наказывай этого инопланетянное чудовище, блин. Есть. Отлично, получилось у нас. Фух. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше, дед. Держись, дедуля, держись. Нет, они все-таки справились с моим дедом, с этим. Так, заморозка. Карточка, ты куда это от меня полетела? Так, ну что, вроде бы пока... Усь, смотри, что произошло. Нет, пока нормально, я уже думал, сейчас он пробьет. Но он не пробил. Давай, 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 давай. Сколько, 20 секунд, ребята. Ну... Жгем базу, жгем. Как же плохо получается там. Фаербол полетел. Да. Да, ребята. Ну что же я могу сказать. Мы с вами прошли эту карту. Давайте вначале возьмем сундук захватчика и посмотрим. Ну слушайте, то что вот боевая жаба нам досталась, это хорошо. А здесь... Оу, 12 тигра, 12 фехтовальщика и 12 короля. Вперед к новым приключениям. И начинаем мы с вами с людей. Так. Ну, давайте, по-моему, пока энергия у нас есть. Тут грифоны. Угу. Вот их возьмем. Поехали. Будем, как говорится, сразу разбирать их. Кого он сейчас выпустит? Почему-то мне кажется, что грифон пойдет первым. Вот, чувствую и все. А мы тогда вот так вот сделаем. Как раз она против наземных и против грифонов. Нормуль, самое то, что надо. Так, давай, лучник, помогай. Неплохо получается у нас пока, ребята. Очень неплохо. Тю, грифона нету. Как будто его здесь вообще не было. Да-да-да-да-да, базу мы сейчас с вами снесем в считанные секунды, ребят. Вот так вот. И, да, разнесли в пух и прах. Вторая у нас, ребята, бойня, и здесь добавляется хиллерша. Жрица, медленный уязвимый боец, исцеляет соратников. Ну, может быть, она и медленная, и это, но попробуй до нее добраться, да, еще, прежде чем завалить. Так, ждем. Кого он будет отправлять? По идее, должен грифона. Но мы опять с вами будем отправлять воина. Ну, где? Жду. Вот, о чем я вам говорил, грифончик появился. Ну, мы его сейчас быстренько разберем. И цепельку свою вызовем.
Цапельку журавля, ё-моё. Так, хорош уже баловать-то. В самом-то деле. Он испугался еще к тому же. Вообще замечательно, ребят. Все, ему хана. Хе-хе, паладину был конец моментальный. Тюх. Так же, как, в принципе, и Грифону. Ну что же, добиваем базу. Ай, вылез. Хотя мы его пробили. Слушайте, я обожаю, что вот эти вот всадники на журавле отхиливают сами себя. Причем довольно быстро. Поехали. Тут фехтовальщик уже появляется. Он довольно... Слушайте, он довольно быстро у нас может появиться. А-а-а, у нас здесь кончилась манна. Вот это плохо. Вот это вот печалька, ребята. Я, конечно, попробую сейчас один бой провести вот этой командой. Но мне почему-то кажется, что мы здесь не затащим. Потому что он будет вызывать фехтовальщика. А тот довольно быстрый, шустрый. И против него кто? Никто не справится. Вот он идет. Хотя мы можем успеть вызвать паладина. Да, успеем. Давай, Палыч, покажи этому дрестуну его место. Так, а теперь будем вызывать, ребята, баллисту. Знаете почему? Потому что он будет прикрывать. Поехали, отлично. Так, нам нужно, ребят, накопить. Ну-ка, давай-ка вот так вот снесем. Да должны победить, елки-палки. Ну. Так, пошел паладинчик мой. Фух. Даже если, ребята, здесь появится грифон, мы должны будем с ним расправиться. Причем довольно быстро. Блин, какой же этот паладин жесткий, а? Но мы травим. Ха-ха-ха. Да, именно так. Так, если что, ребят, буду вызывать суперудар. Хотя он здесь мне и не понадобится, наверное. Или понадобится. Давайте так, поможем. Ну, добивайте, добивайте, ребята. Да. И карточку заберем еще. Отлично просто. Фух. Слушайте, а может быть мы сможем пройти? Хотя я почему-то сомневаюсь. Ну вот, вот. Блин, хуже не придумаешь. Ребята, здесь грифон, здесь и маг. Наступает, скажем так, на больные, ребята, мозоли он, если честно. Карты не дешевые у него, но в то же время эффективные. Ладно, будем тогда вызывать с вами паладина. Ну, все по старой схеме, фехтовальщика здесь нет, поэтому мы должны с вами это дело успеть. Плюс прикрывать уже надо... Ага, паладин на паладин, но без баллисты нам здесь будет тяжело, поэтому вызываем баллисту. Оу, да ладно. Блин, жрицы только не хватало. Поможем. Вот так вот это делается. Блин. Давай, 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 баллиста. Вот, сразу двоих, и того, накумаривай. Слушайте, ну вот в этом случае баллиста тут вообще просто убер. Вообще убер, потому что он наяривает и по магам, и по грифону. Вообще великолепно. Все. Так, деньги, деньги куда улетели? Сейчас мы разберем базу и все. Делов-то на копейку. Классно получилось. Да, все благодаря, ребят, нашим стрелкам. Есть! Ну что, я могу нас поздравить всех. Сегодня мы получили 58 уровень. Это круто. Так, 15 гемов. О, 87 тысяч голды. Это хорошо, это очень хорошо. Но этого мало для того, чтобы пропать мне моих всех юнитов. Этого очень мало. Так, давайте-ка заглянем, что здесь у нас. Запрос, конечно, сделаем. И все, да? Так, ну что ж, давайте пропаем. У нас, кстати, опять они всю энергию получили. Наши бойцы-то. Поехали. Вот, красотульки мои. Получают уровни. Они, кстати, мало того, что уровни получают, они еще и получают какое-то определенное количество, ребята, карточек. Это хорошо. Так, теперь вот эту вот команду апнем. Блин, деньги просто тают, ребят, на моих глазах. Аж прям жалко. Но ради моих, ребят, солдатиков мне ничего не жалко, если честно. Они все-таки сражаются.
проявляют себя. Причем довольно неплохо. Поэтому, а кстати, нам сейчас будет намного проще играть, потому что мы с вами подросли по уровню, да? Ну, враг, конечно, тоже подрос, будет сильнее, но все равно это хорошо. Так, у нас очень мало денег, давайте тыкву. Я думаю, что скоро мы с ним поиграем, с тыквой, тыквоголовой. Так, в магазинчике ничего? Ой, бесплатно есть. Отлично. И все, да? И пока все, ребята. Ну что, погнали. Открывается у нас последний. Ну, здесь я, наверное, знаете, что возьму? Раз у нас откатилось это все дело, да, то я думаю, что можно взять... Вот этих вот взять, может быть, мне. Да, я возьму, пожалуй, их. Поехали, попробуем. Вперед, как говорится, из песни. 58 уровень у нас уже. Это красота, ребята. Так, ну что, берем преимущество. И товальщик вышел, да? Ну, против него у нас голем есть. Он хорошо справляется. Потом, наверное, вызовем с вами ниндзю. Она должна неплохо прикрывать. Так, и мышь летучую надо вызывать, ребят. В обязательном порядке. Ой-ой-ой-ой-ой. Паладин, паладин. Пошел отсюда, паладин. Мы его даже пробить не могли, ребят. Вы представляете? Грифон там ничего даже сделать не мог. Слушайте, да мы, по-моему, сейчас... Это смех на палке, ребят. Я не думал, что так легко и просто разбомбим базу. Что ж, я только всех нас поздравляю, ребят, с этим. Мы получаем сундук подданных, и это класс. Вот это класс, ребят. Нам достается 7 карточек баллисты. Я очень этому рад. Ну что, переходим в такую самую для меня противную локацию, где у нас тут будут терракотовые войны, сёгуны, ронины и так далее и тому подобное. И у нас здесь тигр и копейщик встречают нас. Ну что же, наверное, мы будем с вами готовы дать им достойный отпор. И я, скорее всего, возьму вот эту команду. Потому что, нет, он будет спавить, это понятное дело. А кого же я буду вызывать? Нет, ребята, придется вот этой командой играть. Здесь я могу заспамить кем? Могу вызвать на первых порах молотильщика, ну и, соответственно, ниндзю. Поэтому, как бы я не хотел сыграть той колодой, мне придется играть этой. Ну что же, я готов, в принципе-то. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, подожди, родной, подожди, успокойся, пожалуйста. Вот так вот. Вот о чем я вам, ребята, и говорил. А теперь вызываем голема, и его фиг кто пробьет уже. Да, конечно. Да они даже молотильчика не могут пробить, ребят. О чем разговор вообще? Вот так вот. Сейчас мы... Ага, тигр тут. А вот тигр это плохо. Хотя, тоже... Опс. Вот это было сейчас плохо сделано, ребят. Очень плохо. Так, ну что, я фаерболом добью базу, ребят. Фаерболом, смотрите. Не получилось фаерболом, потому что он вызвал своего вонючего крестьянина. Ладно, тем не менее, мы забомбили базу. Переходим с вами на второй уровень. И здесь, фу ты, я в принципе ничего плохого, ой, такого серьезного не вижу. Вы знаете, как я отношусь к этому псу храма. Это просто вата. Что я могу еще сказать? Вы видели, что он делает. Ну, максимум с каким-то там шансом он может пугануть. И то не факт, что у него это прокатит. Так, ну что, где твои крестяшки-то? Я не вижу их. Почему не вызываешь? Я вызову тогда голема, ребят. О, всех сразу тут понавызывал. Ты хоть определись. Так, вызываем летучую мышь, ребята. Она будет хорошо бомбить спам. А точнее вот этого крестьянина. Хотя тут, наверное, это не пригодится. Смотрите, бум. И добиваем просто базу. Четко. Все у нас получается четко и красиво. И довольно быстро. Что-то мы как-то так, знаете. Ой, а вот здесь уже плохо, здесь уже будет больно. Здесь ронин появляется, причем довольно прокачанный. И вы знаете, да, как я сейчас выбежит, блин. Бежит? Не вижу пока его. Вот, вот он появился, блин. Слушай, нам повезло, ребят. В данный момент нам круто повезло, что молотильщик при смерти скинул свою циркулярку. Это красота.
Смотри зато, как здесь бомбит. Просто жесть. В ярости он просто такие делает вещи. Страшные, блин. Так, тигр. Придется так делать, ребят. Я не хочу с ними тут вошкаться. Да ты достал уже, блин. Вот так вот. Ну. Я жду. Где там Ронин? Я приготовился уже. Да-да-да-да-да, конечно. Загнулся. Так, а вот тигр это плохо, ребята. Вот тигр, блин. Красота. Молотильщик просто чудеса какие-то делает, ребят. Ну, пора добивать, наверное. Фаербол впустил. Но, тем не менее, ребят, все отлично. У нас с вами предпоследний бой. И... Оу, нет, только нет, ребята. У него ниндзя. У него ниндзя здесь. Ёкаламане. Так, но здесь нету... Да, здесь нету быстрых юнитов. Хотя есть ниндзя. Ой, этот копейщик, это же быстрый. Ладно, я попробую вот это, ребята, командой. Блин, ну ниндзя, это же... Это будет жестко, ребята, очень жестко. Даже не знаю, как быть-то. Слушайте, ну расстояние приличное, поэтому Ронина здесь нету. Можно немножко и расслабиться, наверное, да, ребят? Погнали. Так, потом, наверное, придется нам всадника на журавле вызывать. Ух, кто, интересно, победит? Кто сильнее? Да ладно, ничего себе ты колбасишь! Ну! Ой-о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 й, ребята. Это жесть какая-то. Если хотите, то посмотрите, что тут происходит. Две ниндзи. Да давай ты быстрее хоть кого-нибудь там мне. Блин. Ну хотя бы отражение урона, ребята, и то. И то хорошо. Дайте мне быстрее эту магию. Давай, 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 так вот. Ох, хорошо, повезло нам, ребята, сейчас крупно. Слушайте, тут нужно взять преимущество. Просто преимущество, ребята, иначе будет хана нам. Всадник, пошел, 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 пошел. Ну, 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 давай, давай, давай. Так, вот тигр, блин, он всю малину портит, вот честно вам скажу. Ой, жесть, ускорение. Кого тут ускорять? Все уже лежат у меня. Все погибли, блин. Блин, ниндзя выжила. Я не знаю, ребят, как тут вообще можно справиться с ними. Так, ладно, предположим. Нет, ну это просто звездец. Мы не успеваем, ребят, по времени не укладываемся. А я вам говорил, что ниндзя это просто... Просто звездец, всему звездец. Отражение урона хорошо, это нам хоть как-то может помочь. Эх, времени мало, ребята, времени очень мало остается. Всю малину здесь портит нам тигр. Как он только появляется, все, сразу же труба полнейшая. Ну, 6 секунд, ребят, да, ну за 6 секунд-то вряд ли мы сможем здесь что-то сделать. Печалька, не успели, не уложились, ребят, во времени мы с вами. Да. Ох, елки-палки. Ну, надеюсь, хотя бы... Да иди ты в баню. Сможем вообще хотя бы здесь выиграть-то или нет? Тоже под вопросом большим, да? Ну, давай, ага, тигр, хрен там тебе. Захотел на халявку. Нет, не бывать этому. Слушай, он достал вот своим вот этим вот ударом завершающим, когда выпускает духа льва. Это фигово. Или дух тигра, дух тигра. Все, он сдался, ребята. Но, тем не менее, мы по времени не уложились. Меня такой результат не устраивает. Все портит тигр. Все очень нам портит тигр. Ну что, я, наверное, думаю, вот этой колодой попробовать, ребята, забомбашить. Получится, не получится, не знаю, но попытаться надо.
Конечно, голем здесь вряд ли у нас выстоит против тигра, но здесь у нас есть... А кто у нас здесь есть, блин? Ну, есть ниндзя. Она слабее вражеской ниндзя, естественно, ребят. Давайте выпускать тогда деда, наверное. А успеем ли мы вызвать деда? Вот в чем вопрос. Давай, молотильщик, нанеси крит урон. Отлично. Слушайте, ну неплохо. Я бы сказал, вообще хорошо идем. Но... Нет, ниндзячка. Хотя да, у нее получается. Так, забомбали. Давай, дедушка, твой выход. Покажи им там, где раки зимуют. Ты тыч. Слушайте, справился вообще великолепно. Ну вот здесь вы понимаете, что без вот этой своей колоды, вот без вот этой, мы не справимся здесь. Тут еще и Ронин. У-ху-ху-ху-ху-ху. Слушайте, если как вариант попробовать вот этой вот колодой. Я рискну, ребят, я рискну. Я иду на свой страх и риск. Я прекрасно знаю, что это практически нереально здесь выиграть, но все-таки я попробую. Вот этой колодой здесь, конечно, не знаю, как нужно тут ухитриться, чтобы выиграть. Так, ну что, ага, Ронин вышел, Ронин. Мы вызываем тогда вот так. И, по идее, бы нам здесь не помешал, ребят, баллиста. Понимаете, да? Нам просто необходимо вызывать его, чтобы он нам... О-о-о-о-о-о-о, тихо ты! Фига ты, шпана, блин. Это была, блин, серьезная заявочка. Так, все, я вызываю короля. Пытаюсь вызвать, ребят. Блин. Он уже вызвал богиню света. Да как он успел? Я не знаю, как он успел, ребята. Это жесть. Ну, бомби. Вот так вот ему. А что нам это дает? Я не знаю, ребята, у нас чистый проигрыш. Ага, отлично. Хорошо. Еще, может быть, не все потеряно, ребят. Может быть, еще как-то вырвемся с вами. Бородавочник, ай, ты медленно идешь. Ну, не могу, блин. Да давай ты хоть что-нибудь, кто-нибудь будет там делать. Звездец, баллисту просто разнесло. Так, хорошо, давай так сделаем. Так, так. О, вот сейчас нормально, ребята, постреляло. У нас базенка. Так, тут тоже великолепно все сработано. Я коплю, ребята, на короля я буду копить. Ну его нафиг. Вот, король вышел. Король так голый, ё-моё. Ну, бомбани, так сидит там долго, чё думает, чё размусоливает, я не знаю. Во, заморозка. Слушай, времени-то мало остается. Очень вообще мало, ребят. Тынц, тынц, тынц. Король упал, блин. Ой, не знаю, ребят. Ну, не может. Не может вот эта пачка, ребята, здесь справиться. Ну, видите, просто не может. Не хватает, ребята, урона. И вот эти вот ниндзя тут, конечно. Пипец. Баллисту снесли. Ну, как видите, по времени не укладываемся. И это будет бесконечно у нас. То мы, то они, то мы, то они. Так. Бородавочник, ты... Нет, без разбега он. Еще бы, конечно, так. Так и дурак сыграет, ё-моё. Да. Просто этот Ронин, это... Я не знаю, как вообще с ним можно бороться. Невозможно. Смотри, вот сам посмотри, что происходит. Вылетает, естественно, ребята, дух тигра и сносит всех моих юнитов. А в частности, баллисту, который стоит совсем недешево. Ну, давай хотя бы с разбега звездани. А мне кажется, он больше никого вызывать не будет.
Все, он лимит свой истратил по врагам. По юнитам. Да, да уж. Ага, вот они, пошли вражины. Лимит какой-то придумал для себя тоже, ерунду, блин. Давай добивать уж. Так, так. И базу. Да давай ты уже базу хотя бы уничтожь. Есть. Да, ребята, фиговая победа. На самом деле, хоть мы и выиграли, но слишком долго она затянулась. У нас, так, сундук смотрим. 7 карточек тигра. Ладно, сгодится. Ну что, ребята, мы с вами переходим на нежить, но проходить мы ее уже будем с вами в следующем выпуске. Да, кстати, и вот этот уровень нам тоже нужно будет пройти идеально. Мне не нравится, когда у нас какие-то косячки остаются. Надо будет это все потом исправить. Ну что же, с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.